Ладно, всем привет, всем здрасте, это Emphasis, я Андрей из Colors, выхожу снова на связь со своими всякими штуками про продакшн, которых я, конечно, нихера не понимаю, везде ошибаюсь, ни в чем не разбираюсь, ну, короче, все как вы любите, в общем. Что сегодня будет происходить? Сегодня довольно объемная тема, поэтому я решил ее разбить на две части, скорее всего. Может быть, даже быть и на три. Не знаю, как пойдет, но минимум точно две. Это генерация трека в нейросети, а конкретно нейросети Sana. Или Suno, ее по-разному все называют. Хрен пойми, как правильно. Почему на две части решил разбить? Ну, во-первых, потому что я, естественно, в ней ни хрена не разбираюсь. Мы разбираться будем сейчас все вместе, да, то есть будем сегодня, в сегодняшней части, составлять запрос, изучать, как это вообще работает, ну, и, в принципе, лимиты, да, то есть это нейросетки. И я надеюсь, что сегодня мы получим, ну, какой-то некий трек, да, то есть, ну, типа, сгенерированный трек, все нормально, но что я хочу сделать? Я не хочу на этом останавливаться. Я хочу после того, как этот трек будет сгенерирован, ну, или что-то будет сгенерировано, доделать это в реальный трек. То есть, воспользоваться, например, разделением через тот же UVR, да, то есть, ну, сделать на основе сгенерированного трека нормальный трек уже. То есть, не просто, ну, что-то, да, то есть, что этот Suno нам выдаст, а именно какой-то нормальный полноценный трек. Ну и заодно покажу вам все методы, которыми сам владею в следующий раз по, ну, разделению, да, то есть в переводу аудио в MIDI, вот, потому что, ну, вот у этой Sana, у нее, к сожалению, есть главная проблема одна, она, ну, стемы не умеет нам, короче, разделять. То есть, ну, типа, он по-любому выдаст просто тупо трек, ну, готовый. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, еще раз, может быть, она и умеет, но я нигде этого не нашел. Вот, поэтому, ну, посмотрим, короче, как пойдет. Почему именно вот эта нейросетка Suno? Потому что она делает не говно. Ну, то есть она делает реально, но я сейчас покажу. Ну, то есть мы сгенерим что-то вот просто супер базовое, да, то есть по какому-то примитивному запросу. И, ну, многие охереют. И те, кто до этого никогда не слышал, да, то есть про эту нейросетку, реально, реально это крутая музыка. То есть это не шляпа нейросетевая, да, то есть какая-то там стандартная, а, ну, ладно, не полностью, конечно, но большинство того, что она генерит, это реально хорошая музыка. Ну, или основа для хорошей музыки, да, то есть, ну, поэтому вот Sana... Suno, я, короче, буду и то употреблять, потому что я не знаю, как оно правильно говорится, вот, сорян. Короче, посмотрим. Окей, я еще начну с того, что, конечно, эта нейросетка, она как бы бесплатная, то есть вы можете прямо сейчас зайти на этот сайт, да, то есть sana.ai, зарегистрироваться, ну, там, на любой Google аккаунт, точнее, на любую почту, и сгенерить сами, хоть прямо сейчас. То есть все работает, все полные возможности она имеет. Единственное, она дает, то есть за каждую генерацию, за каждую там итерацию генерации она списывает кредиты. И этих кредитов она бесплатно дает всего лишь 50 в день. Ну, чтобы вы понимали, на 50 кредитов в день можно сгенерить, ну, в лучшем случае, либо 2-3 кусочка, либо одну полноценную, более-менее, один полноценный трек. То есть очень много не разгуляешься. И плюс есть, конечно, очень большой еще минус, плюс-минус, в бесплатной версии, да, то есть это то, что там огромная очередь. То есть по вечерам, ну, рили не пробьешься, короче. То есть иногда она просто тебя отшивает, эта нейросетка, и говорит: чувак, типа, у нас очень много народу в очереди стоит. Соси бебру, как подождешь, как освободится окошечко, так приходи. Вот, поэтому мне пришлось потратить на подписку ее целых $10 за месяц. За это она дает мне 2500 кредитов, ну, что, собственно говоря, даст возможность генерить, ну, что угодно. То есть, в принципе, на целый альбом, наверное, можно нагенерить. Плюс не будем ждать, да, то есть там 100 лет, пока она там, пока до нас очередь дойдет. Так что да. Можно пользоваться бесплатно, поиграться вполне, но чтобы адекватно, нормально пользоваться, придется платить. Ну, вот такие дела, и сейчас все, в принципе, нейросетки так работают. Вот, ну еще и к тому же я буду подключать чат GPT, который нам некоторые вещи будет помогать делать. То есть, сейчас к этому, короче, перейду. Ладно, давайте, короче, попробуем поковыряться. Нажимаем, переходим в вкладочку «Create». Так, я тут уже что-то тут немножечко ковырял, но это все шляпа, так что на это не обращайте внимания.
Давайте просто ради теста, вот для того, чтобы вы вообще понимали примерное качество этой нейросетки, давайте вот просто наберем. Генерить будем drum and bass. Ну, я drum and bass продюсер, поэтому никаких там хип-хопчиков, всякого такого, это не для меня. Будем drum and bass генерить, причем какой-нибудь такой прям, ну, чтобы круто было. Вот давайте самый примитивный запрос бахнем. Drum and bass, просто какой-нибудь вот такой вот, да, тупейший абсолютно запрос. Давайте посмотрим, что она создаст по вот этому запросу. То есть она всегда генерит две версии по дефолту, две вариации, скажем так, да, то есть вот этого запроса, который мы ему скармливаем, и мы можем из него выбрать лучше. Ну, сейчас посмотрим, что, короче, он сделает. Так, Rhythm of the Beat назвал. Потрясающее название. Ладно, все, давайте послушаем, что он нам сделал, просто по запросу Drum and Bass with Melody and Epic Bass. Блин, я еще и ошибся. Ну, ладно, посмотрим. Так, напоминаю и объясняю сразу всем, что и слова она придумывает, да, то есть и сама поет. То есть все, что мы сейчас слышали в этой версии, сейчас второй послушаем, это все нейросетка делает. То есть это не сэмплы, не, ну я не знаю, может, конечно, где-то там скрыты реально сэмплы, что это все, но вроде как нет. Так, давайте вторую версию послушаем. Если вас это не впечатляет, то, блядь, я не знаю, что вас вообще может, в принципе, впечатлить. Меня это пиздец как впечатляет, если честно. Потому что, еще раз, мы имеем дело с нейросеткой, которая делает drum and bass. То есть, ну, просто для прикола посмотрите, что на главной этой суна висит в качестве основных жанров, да. То есть, там хип-хопчик, хаусочек, там всякий этник. Ну, то есть, drum and bass, он даже близко не популярен, да, для того, чтобы нейросетка его генерила. И она умеет делать его очень даже неплохо. То есть, я вот слушаю этот трек, но, конечно, качество пока не обсуждаем, да, то есть, но я бы никогда в жизни не сказал, ну, если бы услышал рандомно этот трек, что это сделано нейросеткой. Сделано охуенно, если честно, на мой взгляд. Так, ну что, давайте попробуем теперь посмотреть, как мы можем поинтереснее, во-первых, сделать наш запрос. То есть это был самый примитивный запрос, вот самый отвратный, в котором я еще и ошибся. То есть он даже не сделал Epic Bass на самом деле. То есть он просто Drum and Bass сделал. Вот, по сути, этот запрос был вот такой вот. With Melody, короче, вот такой вот был. Так, что я нашел? Информация есть на самом деле в интернете, да? Вот, то есть, вот, да, допустим, на такой сайт наткнулся, который дает нам несколько советов по тому, как вообще формировать свой запросик, в принципе говоря, да? Давайте посмотрим. Сейчас будет, скорее всего, душно, поэтому приготовьтесь. То есть сейчас, ну, какое-то время будем тратить вот на этот запрос.
Так, нам нужно начать с жанра и инструментов. То есть, ну, типа, нам обязательно нужно в запросе указать музыкальный жанр и какие инструменты мы хотим, да? То есть, типа, ну, drum and bass, да, там, happy folk song, with acoustic guitar and piano. Так, ну, давайте я куда-нибудь какой-нибудь текстовичок открою, допустим, и будем записывать, пытаться составить какой-нибудь запрос. Я, ну, еще раз, не знаю, ничего не готовил, поэтому что получится, ну, будем писать в реал-тайме все. Так, то есть нам нужен drum and bass, да, with, что, epic bass нам нужен, да, обязательно, то есть чтобы бас был жирный, крутой, ну, допустим, moody, chords, то есть какие-то аккордики, да, uplifting melody, например, да, то есть чем-то такое, synth melody, давайте вот так вот напишем, synth melody, что еще, big risers, то есть какие-то, ну, типа возрастания, да, то есть или build-ups, давайте build-ups напишем, я не знаю, я без понятия, какие именно запросы, да, то есть какие слова она понимает, то есть я вот пока по таким терминам музыкальным просто прохожусь. Оно ремиксы делает, по-моему, нет, все-таки, ну, максимум, что ты можешь делать, это просто текст на какой-то текст, да, там, сделать кавер, типа, то есть, ну, скормите ей какой-нибудь текст любой, она его споет и сделает, ну, и сделает под музычку под него. Так, окей, это есть. Describe the mood and emotion, то есть нужно описать, собственно говоря, настроение, да, то есть, ну, это я вроде написал, melancholic, reflective, upbeat, да, ну, давайте напишем так, как у нас, вот, для чего я как раз и хотел подключить еще чат GPT, вот, потому что я, блять, у меня не хватает фантазии писать drum'n'bass трек, называется, пишешь drum'n'bass 20 лет, не можешь про него два слова сказать. Так, поэтому мы подключаем чат GPT, который попросим описать хороший drum'n'bass трек, да, давайте, how can you describe popular and good drum and bass track? What makes it special? Вот так вот, например. Так, окей, понимает. Короче, в популярном эпичном drum and bass треке, да, у нас должны быть energetic rhythms, dynamic bass lines, melodic elements. Давайте что-нибудь более такое специфическое, да, допустим. What makes, допустим, subfocus music, subfocus, ну, кто у нас там такой крутой драндубасер, ну, пусть subfocus, короче, будет, drum, subfocus music, stand out, типа, чем его музыка выделяется, так, subfocus, known for his contribution, так, вроде понимаю, да. Ну, блин, примерно то же самое. Пишет diverse production style, чё, incorporate element, dubstep, melodic sensibility. Так, нам еще надо как-то попробовать то, что чат GPT выдает, переработать во что-то понятное, да, то есть этому суна. Так, ну окей, нам нужно вообще что на самом деле-то сделать? Нам нужно описать настроение, да, то есть чат GPT... melodic sensibility. Как, кстати, sensibility-то переводится вообще? Семинар на тему «Учимся писать музыку». Ну да, мелодичная чувствительность, да? Ну давайте вот это тоже, короче, вобьем в запрос. Так, melodic sensibility. Какой-нибудь sound design, да, как бы sound design, так, innovative sound design, допустим, тоже это сюда вобьем. Не знаю, это будет тестовый пока запрос, посмотрим, что она выдаст, может быть, она там половину не поймет, короче. Sound design in bass, baseline, допустим. Так, ну и high energy тоже бы неплохо, да, то есть это прописать, high energy rhythms какие-нибудь бахни, например, high energy rhythms, например, вот так. Окей, давайте посмотрим, что еще. Попросить чат GPT сгенерить промпт. Кстати, давай попробуем, действительно. Слушай, так все и легче оказывается. Generate high energy drum and bass track with
Driving Rhythm, Dynamic Bassline. Окей, вот это найс. Так, берем, берем, берем. Я тут сам придумываю. Хотя надо просто попросить ChatGPT сгенерить промпт. Блять, почему я не додумался? Так, Dynamic Bassline and Melodic Element Incorporated Innovative Sound Design. Так, ну, нормально, да? Я думаю. Давайте посмотрим, что еще нам пишет этот сайт. Outline Song Structure. Starting with piano, followed by two verses, swelling. Окей, вот это бы тоже нам бы неплохо. Референс. Слушай, мне кажется, что вряд ли прям ChatGPT может какой-то трек принять за референс. Давай посмотрим. Да, она не дает, к сожалению, прям про индивидуальные треки, короче, то есть прям, ну, референс нельзя, видимо, просто так бахнуть. Ну, тут, в принципе, стандартный, опять же, стандартный вывод, да, то есть про стандартный драм-н-бейс. Окей, в принципе, это канает, то, что она до этого выдала. Так, вот это Add Tempo Specification, ну, давайте добьем сюда, да, допустим, Generate Drum and Bass Track, 172 BPM пусть будет, in F minor. Фа минор. Так, что еще? Ну, outline song structure, я думаю, пока сложновато будет, да, наверное. То есть это будет какой-то лютый запрос. Давайте, наверное, его сократим. Да, Suno не принимает имена артистов. Ну, типа, вот именно в Suno мы не можем скармливать тупо имена артистов. Они это сами пишут везде. То есть только можно абстрактные какие-то, ну, типа, слова, да. Окей, я еще хочу сгенерировать вокал. То есть вокал я тоже буду генерировать ChatGPT, потому что мы будем генерить трек, ну, Suno по частям. То есть не будем его генерить сразу весь, то есть, ну, сразу весь его-то и толком и невозможно сгенерить. То есть, ну, нам нужно что-то больше, чем одноминутный трачочек, да, то есть нам хотя бы на 3 минуты, поэтому будем его генерить по частям. Давайте посмотрим на генерацию вокала. Окей, вот сгенерила она нам какой-то, в принципе, вокальчик, да? Хрен знает, как он звучит, сейчас попробуем. Окей, погнали, переходим в custom mode нашего Suno. Тут тоже можно сгенерить лирикс на самом деле, то есть, в принципе, можно ChatGPT не генерить, то есть и отсюда можно ее сгенерить и просто тупо, ну, по частям, да, скармливать сюда, то есть, ну, что там, но учитывая, что ChatGPT бесплатный, его можно попросить кое-что еще о чем, да, то есть, например, как-то переделать, может быть, этот вокал. Давайте сделаем make this lyrics simpler, попроще, то есть, что-то как-то сложно. Так, один куплет, что-то вообще она проще не сделала, хотя, по-моему, меньше слов. Давайте еще раз. Make this lyrics shorter, наверное. Так, окей. У нас есть в итоге версия покороче, версия подлиннее. Так, окей, давайте бахать. То есть в lyrics я бахаю пока вот так. То есть две части, да, то есть куплет, ну, типа припев-куплет. А вот сюда мы бахаем наш запрос, да. То есть давайте... Ну, давайте. Давайте попробуем, короче, вот так пока бахнуть. Не знаю, что получится. То есть, ну, все равно это первый тест, да, будет. Так, ну и тайтл, не знаю. Давайте. Emphasis Song. Хер с ним, короче. Погнали. Сейчас посмотрим. Возможно, он не... Возможно, надо промпт тоже делить по частям нам будет. То есть, ну, все-таки Suno... Не настолько, да, туда-сюда даже нельзя записать. Короче, немножко налажал. Промпт будем делить по частям. Посмотрим сейчас, что нам нагенерит. Реально хочет отправить на лейбл. Я хочу сделать нормальный трек, да. То есть, ну, я, окей, посмотреть, насколько это возможно и насколько это сложно. Давайте послушаем, наконец-то, то я тут 100 лет базарил. Until beneath the endless sky.
Ну, такой дешевый пендулум получился. Давайте еще посмотрим вторую версию. Это получше. Ой, мелодийка есть. Так, ну вот это неплохая версия, давайте ее пока залайкаем на всякий случай, чтобы не потерять. Но я хочу еще раз нагенерить. Так, давайте промпт изменим. High Energy Drum and Bass, вот это он вообще нихера не воспринял, походу, потому что вот это что-то High Energy как-то не пахнет. Driving Rhythm, Dynamic Bassline, Melodic Elements. Давайте Driving Rhythm уберем, например, да, Dynamic Bassline. Вот это оставим. Так, я хочу, чтобы было... Ну, BPM, ладно, не буду писать. In F minor. Fa minor хочу. Fa minor — это драм-н-бейсовая тональность, то есть чтобы она была... Ну, ладно, короче, давайте просто еще раз попробуем нагенерить еще парочку версий. То есть я уже потратил, получается, 20 поинтов этих своих. Напоминаю, что в бесплатном суна всего лишь 50 поинтов. Ну, как бы это контрится перезаходом на любой другой аккаунт. Как бы там можете просто на все свои почты нагенерить. Там, ну, хотя бы если у вас есть 3-4 разных почты, то можно спокойно 200 поинтов получить. Поэкспериментить хватит, можно даже бесплатно. Generate удали. Блять, точно, наверное, действительно, generate-то не надо. Сокращать запрос, да, базара нет. Затупчик. Ладно, давайте послушаем, что он нам сделал еще две версии. Да помочь и шляпа, блин. Не, это шляпа. Это что-то больше похоже. Ну, короче, плохо. Короче, вот давайте с вот этого газанем. Похер, пусть будет такая полуликвидушечка, на самом деле. Насрать. Так, давайте его возьмем как continue from this song. То есть у нас будет вот от этой версии, да, то есть мы будем отталкиваться. И у нас будет второй промпт, получается, да? Так, то есть вот это я убираю. Так, нам нужен, получается, второй кусок вокальчика. Сюда его бахнем. И давайте сюда тоже попробуем второй дополнительный какой-то промпт зафигачить. Feel free to experiment with percussion patterns. Ну вот это вот давайте, короче, бахнем, посмотрим. Зайдет, не зайдет. Так, это у нас вторая версия, то есть отталкиваясь от вот этой, ну, от вот этой генерации, да, погнали, посмотрим.
Ну, в принципе, из четырех выданных треков, да, ну вот это какой-то пендулум получился, один неплохой и два, ну, таких, ниже среднего, короче. Ну, в целом, все равно результат неплохой. Еще раз, я пытаюсь это воспринимать именно как, ну, полноценный трек, полноценная идея для трека, как минимум, да, то есть, ну, это не просто по фану, да, по фану там нагенерить всякий шлак. Нет, хочется из этого сделать потом реальный трек. Вот, она генерилась, а потом пропала, что ли? Короче, ну, может быть, важно чуть-чуть это сунем. А, смотрите, короче, какой-то баг, рили. То есть он пишет, что почему-то... Короче, просто он останавливается и все, и дальше не идет. Так, давайте еще раз попробуем вот так вот Continue from the Song, допустим, с минуты, например, начать. А, может, из-за того, что я вот эту херню не так написал. Ой, блядь, тут надо быть очень внимательным, короче, только нет, это мерси. Короче, вот это надо вообще удалить. Надо будет. Блин, с запросами геморройненько. Не умею я, конечно, пользоваться нейросетями, ни хрена. Не, он, короче, я не знаю почему, но он не генерит. Блядь, может быть, обновить страницу? С вот этого куска, да? Так, еще раз. Промпт, теперь без ошибок. Вот. Так вот, бахнем еще. Окей. Или это не надо, или оставить тот же самый промпт. Ладно, давайте попробуем все-таки новый добавить и посмотреть, может ли он продолжить. Перегрузить сайт. Ну вот это дело. Ну видишь, вот он выдает парту. Вот у нас тут должна появиться, вот, собственно говоря, вот вторая часть. То есть вообще я хотел минимум три сделать этих части, да, то есть, ну, чтобы как бы из трех частей он трек продолжал. Ну, подожди, три, наверное, не поместится, потому что у нас текст-то всего лишь на два. Окей, вот так, может быть, еще раз. У меня есть просто подозрение, что, короче, новый промпт все-таки нельзя ему скармливать. Блин, очень, очень тогда ограничено получается, да? Печаль, беда, печаль, беда. Давайте еще раз. Пожалуйста, high energy, drum and bass. Перегружен сайт под вечером. Так, блин, я для этого и купил грёбаную подписку. $10 на это аж потратил. Чё, он настолько перегружен? Не, я подозревал, что, конечно, будет перегружен, но на бесплатном-то, блядь, ну какого хрена, ну, точнее, на платном. Ой, ладно, давайте посмотрим, послушаем, что он еще нам выдал. Там Бейджин Пап Дарк Мелоди Энгри Бейс. Вот это неплохо. Очень даже неплохо. Даже аранжировочка, в принципе, в тему. Бля, хитяра, хитяра. Потенциальный. Так, давайте второй на всякий случай послушаем. Вот этот Лойс вкорячиваем. Тоже нравится пока. О, заработал. Слушайте,
что то годнота, да? Сейчас он вроде как начал выдавать все-таки вторую часть от того продолженного парта. Сейчас посмотрим, все-таки выдаст нам он или нет. Так, ну вот это круто, да? Это прям прикольно. То есть я бы вот с какого-то из них продолжил. Так, давайте послушаем вторую часть от еще раз вот этой, вот этой генерации. Потому что генерация, это мне тоже нравится. Кстати, он схавал новый промпт, на самом деле. То есть, не обязательно на одном промпте сидеть, да, то есть, можно к второй версии, да, то есть, второй генерации, второй итерации генерации скармливать новый промпт тоже. То есть, это работает. То есть... Мать, хватит, блядь, гибить. Горшочек не вари. Он, видимо, поставил все в задачи и генерит их до жопы. Так, вот это мне нравится продолжение. Ну, замотать только. Какой же драм-н-бейс и попсятина. Так. Нам и надо. Генерим музон, чтобы заработать кучу шекелей и все. И никогда не быть онлайн. Кстати, не лагает от этой генерации. Это тоже неплохо, потому что нету барабанов. Я же пытаюсь на будущее думать, то есть, чтобы свои барабанчики подставить еще. Это тоже not bad. Ладно, давайте попробуем все-таки вот с вот этой продолжить. Короче, это будет у нас, да, вторая часть. Давайте теперь бахнем от нее. Continue from the song. Так, вот только, блин, я ничего не понимаю. Нет, все туда, все пишется. Так, давайте, короче, это у нас будет без текста уже кусочек, да, то есть и промпт здесь пойдет. Что бы нам еще? Вообще какой-то промпт тут нужен, блять? Нет. Давайте вот это еще раз, короче, бахнем. О, то есть это, по идее, третья должна быть часть. Сделай с русским вокалом. Подожди, потом сделаем. Пока я хочу, говорю, нагенерить вот что-то такое максимально приближенное к самому попсовому популярному драм-н-бейсу, благодаря которому я стану богатым-пребогатым. Посмотрим. Кроме ДНБ делать неинтересно пока. Пока неинтересно. ДНБ сложно делать. Ну, не ДНБ, вся главная сана в не ДНБ. Там все что угодно. Ну, как бы не ДНБ, много ума-то генерить не надо, нейросетки. Блять, короче. Опять такая же срань, да? Так, ну ладно. В принципе... Блин, я даже не знаю, когда он расчехлится, чтобы продолжить. Ну, давайте попробуем пока еще раз генерировать, на всякий случай. Давайте попробуем, пока мы ждем генерацию третьей части. Я надеюсь, что она нам все-таки выдаст, когда он там просрется
Давайте попробуем сгенерировать нейрофанк. Чисто ради теста, то есть, скорее всего, я все-таки буду пытаться делать трек из, ну, вот этой такой полуликвидушечки, да, то есть, полу чего-то попсовенького. Да-да-да, хочу попсу. Давайте, короче, попробуем вот такой вот бахнуть промпт. Dark Melody, Angry Bass, Bassline, Neurofunk. С вот этим текстом. Ну и пока... А, вот, все, генерится наша третья часть, но пока я просто хочу... Хочу заново попробовать сгенерить. Посмотрим, что он нам выдаст по, ну, такому какому-то нейрофанку, жесткому какому-то драм-бейсу, да? Так, давайте послушаем третью часть. И все? Это... И все, это, блядь, конец? А крутой, кстати, проигрыш. Бля, охуенно! Так, ну ладно, давайте скачаем, короче, целый трек. Get Whole Song. Итого на генерацию всего этой, всей этой байды у меня ушло, получается, то 10, да? Ну, сейчас, наверное, еще отнимется. Короче, ну, чтобы поэкспериментить, наверное, легче все-таки десяточку баксиков им занести. То есть для того, чтобы, ну, типа, было какое-то адекватное количество кредитов. Вот, мне кажется, если я, ну, я посижу еще сегодня, да, там, и вообще пока... Возможно, я вас заебу этим сана, то есть посмотрим, может быть, у нас целая серия пойдет, и не только будем драма-бейс генерить, вот, а еще и что-то другое. Ну, я не сомневаюсь, что биточки какие-нибудь или там простенькие какие-нибудь тречки, она вообще отлично, гораздо лучше, чем драм-н-бейс умеет генерить, и, скорее всего, прям уже готовые будут, вот. Но мне интересно именно какой-то сложный такой, сложную музыку. Так, окей, давайте качнем... Так, аудио. Качнем наш тречок и послушаем, что она вообще, в принципе, сделала. Качество, кстати, параша, всего 4 мегабайта трек весит, да? Промотаем. Посмотрим, что она нам выдала-то в итоге-то эта суна. Так, тихо. А где интро, блин? Ладно, интро сами сейчас сделаю. Не, бас, кстати, на нужных нотах. О, ну найс, тут даже есть кусочки, чтобы их поразделять более прикольно. Типа вот, отдельно бит и бас, да? А это будет зашибись для разделения, я думаю. Пердёж, конечно, стоит лютый, то есть, ну, мастеринг не умеет делать. Слушайте, ну,
Пока это, конечно, далеко именно от трека, да, готово, но я могу сказать, что это хорошая заготовочка для трекана. Блять, вот цены бы не было вот этой штуки, если бы она могла отдельно с темы, да, то есть нам предоставлять. Вокал мы будем вытаскивать через UVR и остальные, короче, вещи. Вот, и будем мелодию анализировать. Короче, да, то есть сегодня была цель получить... Ну, вообще, во-первых, поизучать промпт этой Suno и посмотреть, ну, насколько это все сложно. Вот, получили, мне кажется, вполне годную заготовку. Я попробую ее дальше, ну, там, поразделять. Вот, ну и будем писать какой-то трек с ней. То есть в следующий раз, наверное, завтра посидим уже и попробуем вот из этой генерации налепить трекан, ну, какой-то, да. То есть цель все-таки сделать нормальный, адекватный человеческий трек, который можно будет там на какой-то лейбл послать. А почему нет? Ну, типа, кто шекели зарабатывать будет? Вы, что ли? Мне это тоже нужны шекели. Андрюха, выключи нейрофанк запрос. А, давай, да, кстати, давай быстренько послушаем, что нам сгенерит. FL делит на стемы, да, много кто на стемы делит. Что-то опять пендулом получился, но... Ну или такой. С натяжкой нейрофанк. Вторую версию я даже не знаю. Ну, довольно пососно, если честно, ну, если именно как нейрофанк это воспринимать, но, опять же, очень даже прикольно, если это воспринимать просто как, ну, такой нормальный попсовенький драндубасик. Короче, топовая тема, идите сами, пожалуйста, повозитесь, бесплатные свои 50 кредитов, да, там, потратьте, не пожалеете, это очень прикольно, очень интересно, не знаю, я прям кайфую от этого дерьма. Вот. Чего я вам желаю. Ладно, на сегодня закругляемся. Еще раз не забудьте быть подписанным на канал, поставить лайк, прожимайте лайк, дизлайк, можете прожимать, что хотите, мне лично пофиг на самом деле. Подписывайтесь на наш тележный канал обязательно. Ну и, конечно, вступайте в наш Emphasis Premium, Emphasis Hub. Вот там, где мы демки оцениваем, созвоны проводим. Вот завтра будем в Zoom смотреть, как я в Reaper буду депуху писать по запросу. Да, про маркетинг. Короче, все это в нашем приватном телеграм-канале. Ссылочка в описании есть. Там месячная подписка очень дешевая. Поддерживайте комьюнити. Вот, мы с вами годнотой делимся. Вот, так что да, такие дела. Ладно, продолжим завтра. Всем спасибо, что сегодня посидели. Респект. Увидимся. Пишите музыку, генерите музыку. Пока-пока.